Всем привет, всем доброго времени суток, с вами Виктория, и сегодня в видео я хочу показать вам пустые баночки в июне и оставить для вас свой отзыв на использованные мною средства. Всем, кому интересна тема таких видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. В моем видеоролике сегодня будет много пустых баночек от компании Faberlic, а также некоторую продукцию, то, чем я пользуюсь, я приобретаю для себя в масс-маркете. Итак, давайте смотреть. И я сразу извиняюсь, может быть, будет немножко темновато картинка в видео. Приготовилась Вика отснять пустые баночки, и тут набежали тучи, очень пасмурно стало. Ну, в общем, я решила, что ладно, не буду я откладывать это видео на потом. Раз уж я приготовилась, собралась, то покажу вам. Поэтому надеюсь, что вам все будет видно. Ну, и если темновато, сразу извиняюсь. В общем, давайте смотреть. Буду вам показывать все, что было мной использовано. Пока я не забыла, на губах у меня нанесена губная помада от компании Faberlic. Серия It's Collagen. Это помада с коллагеном. Оттенок 41-153. По-моему, розовый шелк называется. На каждый день вот из этой серии, это моя любимая помада, мой любимый оттенок, и я его повторила. В общем, жду еще заказ, обязательно вам его покажу и покажу вам еще. В общем, остановимся на этой помаде более подробно. Итак, давайте смотреть. Буду показывать вам, как всегда, то, что мне попадается под руку. Сразу у меня прям здесь несколько кусочков кускового мыла. Я люблю использовать мыло, и, в общем, приобретаю разное. Одно из часто мной покупаемых — это мыло Балет. Я вам говорила, мне оно очень нравится. Я особенно предпочитаю приобретать мыло, которое без красителей. Это мыло без красителей, то есть у него вода прозрачная абсолютно. То есть нравится мне то, когда вода не бежит там розовая, голубая и так далее. В общем, мыло отличное. Это производитель Невская косметика. И это мыло очень приятно пахнет. Вот для меня дорогой пудрой, дорогой косметичкой. Постоянно его покупаю, нравится. Также я вот несколько раз приобретала мыло из серии Акватель, наверное, или Акваэль. И вот в этот раз я купила мыло, которое еще не покупала. Роскошное увлажнение. Гиалурон, масло шеи, увлажняющий крем. Здесь на картинке нарисован еще кокос. И мыло очень приятно пахнет. И вы знаете, по текстуре оно действительно такое тающее. Очень приятное. Кстати, тоже это мыло беленькое, без красителей. Также вот у меня покупает и мыло мама для себя. Вот тоже нравится пробовать разное. И вот покупала она вот такое с пантенолом. Тоже, по-моему, да, это Невская косметика. Очень приятно пахнет. Если вы покупали от Невской косметики мыло, там вот, например, овсяное, есть тоже вот такой приятный аромат. Потом еще вот крем-мыло, мне кажется, как бы не с пантенолом, но на другая упаковочка, то вот это по аромату такое же, оно также увлажняющее и тоже, в принципе, неплохое, приятное мыло, но мне больше все-таки вот Балет нравится. Еще мне очень нравится вот такое мыло, по-моему, не знаю, как правильно называется, Лолес, наверное. Его у нас в магазине три вида, это вот с алоэ, есть с жасмином и есть с оливой. Но вот мне очень нравится еще с оливой. Здесь такой, вы знаете, прохладный аромат. Немножко, я бы сказала, с такими даже вот, наверное, ну вот, как бы, наверное, мужскими, что ли, или строгими вот прохладными нотками. Но мыло здесь 150 грамм, большой кусочек. Оно у нас в магазине по 89 рублей. И, в принципе, мне это мыло очень нравится, своя душка. Вот именно такая, вы знаете, как вот дорогого мыла. Вот дорогая такая вот мыльная душка, наверное. Ну, надеюсь, я правильно выражаюсь. И здесь у меня еще в пустых баночках, как всегда, кондиционер от компании Faberlic «Восточный пион». Это моя самая любимая душка, самый любимый кондиционер от Faberlic, который, ну, мной самый часто приобретаемый. Также у меня закончился вот такой мусс для умывания из серии Global Oxygen от Faberlic. Наверное, месяцев 5 он был у меня в использовании. Продукт очень экономичен. Его по инструкции, вот как заявлено на упаковке, для комбинированной кожи и склонной к жирности 2-3 раза в неделю можно применять. Для кожи вот чувствительной, сухой, один раз в неделю, а для нормальной кожи, ну, где-то вот 1-2 раза в неделю.
сильно, но я его использую каждое утро. Я его долго не держу на лице. Небольшую горошинку я вспениваю в руках. Вот получается, как вот такая деликатная пенка. И потом умываю лицо. Вот особенно в Т-зоне хорошо очищает кожу, глубоко очищает. Если вот наносить вот с помощью сеточки, которая здесь у нас есть, где-то, ну, наверное, минут 3-5 выдерживает, тогда прям будет вот такое хорошее глубокое очищение. Но я, чтобы не переочищать кожу, то есть как бы вот попробовала по утрам вот таким способом применять до минутки, где-то полминутки я массирую на коже, и мне очень понравилось вот так применять этот мусс. Он у меня по утрам вот самый любимый. Но на данный момент его нет в каталоге, к сожалению. Надеюсь, что еще он появится. Назовем его артикул. Возможно, может, у кого-то на складе есть. 5793 артикул этого мусса. Он экономичный, он очень мне нравится в использовании, вот особенно для комбинированной кожи. В общем, супер средство. Надеюсь, что в каталоге появится. У нас появился в серии ICOUL жемчужный крем для умывания. Он по аналогии с вот этим муссом, но все-таки этот мусс гораздо лучше. То есть он как бы для меня, ну, наверное, более интенсивный. Хотя жемчужный крем для умывания, вот тоже, в принципе, он действует по аналогии с этим муссом. Еще раз вам это отмечу. Вот я сейчас в заказе заказала себе этот жемчужный крем из серии ICOUL, так как на него в каталоге по 30 июня очень хорошая стоимость. Но, тем не менее, вот из серии Global Oxygen мне нравится больше. Также у меня закончился гель, недавняя новинка. Я здесь, конечно, пришлось мне этикетку убрать, так как начала немножко она как бы облазить. И это гель Мальдивы. Очень приятный аромат. Пользовалась с удовольствием. Это серия Бонжорны Пастрана. И мне очень понравился данный продукт. Буду обязательно еще для себя приобретать. Еще у нас в новинках летом вышла в серии Дом Фаберлик новая серия. Называется она, по-моему, тропический, экзотический оазис. Но вот мне такая как бы тропическая тушка, цветочная, для меня она немножко ярковата, то есть насыщенная. Вот из всей этой серии у нас появился продукт, вот средство для мытья посуды, потом жидкое мыло для кухни, устраняющее запахи. Появился у нас в этой серии еще кондиционер и освежитель. Вот мне больше всего вот на мое обоняние подушки вот для туалетной комнаты понравился именно освежитель. Прям такой приятный тропический аромат. Но вот на лето, по крайней мере, кондиционер и средства для посуды приятные, но мне немножко как бы ярковатые они оказались. И закончился у меня, как всегда, дезодорант Dove, талька. Это вот моя любимая отдушка этого дезодоранта. Мне очень нравится, как он поначалу ярковат, но потом он очень приятно раскрывается. Я его заказываю для себя на Wildberries, потому что вот в нашем магазине, раньше покупала у себя в магазине в городе, он почему-то исчез из продажи. Также вот очередная упаковочка у меня закончилась из серии Soyun. Это капсулы для стирки. Это, наверное, уже третий или четвертый пакетик. Мне очень нравится это средство и нравится, как они вот трудятся именно в паре с кондиционером из этой серии. Также закончилось вот такое мыло с ароматом яблока. Оно, правда, устраняет неприятные запахи. Кто не пробовал, советую. Можно для рук, для тряпочек, для бытовой техники на кухне использовать, применять. Очень хороший продукт. У нас разные отдушки. Если у вас еще ссылки для регистрации нет, приглашаю вас, регистрируйтесь. И, в общем, можно будет со скидкой 20% заказывать вам для себя продукцию, а также получить подарки, поучаствовать в стартовой программе по вашему желанию. Закончилось у меня два вот таких шампуня Elsev. И вы знаете, я покупала вот в этот раз маленькие. Вот буквально, наверное, позавчера в Магнит Косметик я взяла по акции большие 400 мл, здесь 250. Но что я отметила давно, что там, где вот меньше флакон, более густая формула. То есть нужно меньше продукта. И как-то вот шампунь вот в маленьких упаковках этот более густой получается, чем в больших упаковочках. Закончилось у меня две зубных пасты от компании Faberlic серии Expert, плюс 200% концентрированная и 200% отбеливающая. Мне отбеливающая паста очень нравится. Но вот это тоже вот очень приятный такой прохладный леденящий аромат мяты. В общем, паста отличная.
Также бальзам для стоп, гладкие пяточки, обожаю его. На пятки постоянно использую, здесь 30% глицерина. Если у вас пятки сухие, склонны к растрескиванию, то это просто незаменимое средство. Еще можно его наносить и на локти, и на коленки, если у вас они склонны к сухости. И можно также на кожу рук, если кожа рук очень сухая, поэтому тоже обращайте на это внимание. Вот, кстати, этот кондиционер, он, в принципе, приятно пахнет на белье, но для меня вот ярковато, какая-то вот такая тропическая нотка, которую вот, ну, в жару, мной она не очень хорошо воспринимается, вот она мне немножко как бы вот мешает. И также закончилось мое любимое средство для ванной комнаты, для очищения от Faberlic, тоже его очень люблю, постоянно его использую. Еще два мыльца вам покажу, вот такое Lola с жасмином. И вот такое покупала тоже вот мыло. Здесь, по-моему, морские минералы. Но вот это немножко голубоватое по оттенку, поэтому мне как-то вот, ну, больше нравятся беленькие. Вот это мыло беленькое. То есть вся эта серия, она беленькая и очень-очень приятная в применении. И мыло, в общем, отличная отдушка. Также у меня, я как тоником пользовалась вот таким спреем увлажняющим от Faberlic и серии Oxyology. Он мне очень нравится. И закончился у меня вот такой крем для век из серии Dr. Cor с эффектом лифтинга. Очень хороший, в общем, осталась я довольна. Действительно, он немножечко как бы вот разглаживает мелкие морщинки в зоне вокруг глаз и как бы немножко открывает взгляд. Крем хороший, прям вот вам советую его попробовать. Я первый раз тоже его заказывала, осталась им очень довольна. 0,588, по-моему, его артикул. И закончилась у меня очередная баночка. Это гель пептидный из серии Signum, Signum One. Артикул 15815, вот, ну, вот для суставов, в принципе, хороший продукт, когда вот крутит, бывает, вот суставы, да, вот, то вот хорошо его использовать. И у меня, наверное, это уже третий флакон за все время. И, в общем, я очень довольна, буду еще его заказывать, но пока временно нет в наличии. Покажу вам еще два тональных. Закончился вот такой у меня крем-тинт, тоже его очень люблю, но он как бы окисляется на лице. И вот мне нравится то, что он делает кожу холеной. Еще мне здесь прям вот совсем немножко осталось, наверное, раза на два, может быть, на три использования в серии It's Collagen. Мне очень понравился BB-крем. Он очень легкий. Если наносить его спонжем, то его получается прям вот мало. Сегодня, кстати, вот этот крем у меня на лице. Плюс пудра из серии It's Collagen, полупрозрачная. И этот крем, он как бы делает, как своя кожа, только лучше. В летний период времени очень актуально. Здесь SPF 15, и крем как бы ложится, как вторая кожа на лицо. У меня это артикул 6790. Я его повторила. Вот у меня есть еще в запасах лежит. Обязательно достану и буду им пользоваться. Наношу его пальчиками на кожу. И я заметила, что вот так как эта серия с коллагеном, вот у этого крема еще и ухаживающие свойства. То есть потом как бы после умывания кожа прям выглядит ухоженной после применения этого продукта. Поэтому я осталась им очень довольна. И, кстати, вот я разными пользовалась кремами. Он у меня вот еще первый флакончик. Если наносить пальчиками, он получается здесь 30 мл, достаточно экономный расход. В общем, вот такие были пустые баночки. Делитесь, что закончилось у вас. Всегда очень-очень рада вашей обратной связи. Там говорю всем до свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале.